В Алматы прошел международный творческий фестиваль «Жастар». Заслуженные деятели искусств проводили для молодых талантов мастер-классы и семинары. Рассказывали, как добиться успеха. Организатором мероприятия стал фонд первого президента. Учить талантливых юношей и девушек реализовывать свои способности приехали не только искусствоведы, но и известные артисты, художники из Грузии, Кыргызстана, США и России. Фестиваль проводится уже 5-й год и все время меняет формат. На этот раз состоялся концерт, после которого организаторы пригласили всех желающих принять участие в основной программе. Каждый сам мог выбрать, что для него интереснее. Пообщаться с режиссерами, узнать о жизни этнических музыкантов или попробовать себя в качестве художника. Фонд является некой базой, диалоговой площадкой для взаимообмена, взаимообогащения, взаимопонимания уже как состоявшихся творческих личностей, так и только набирающие обороты творческой молодежи Казахстана. Вот этот союз, вот этот контакт нам очень важен.